Ну, я думаю, что, конечно, видно, что сложно всем. Седьмая игра для обеих команд. Для нас понятно, что мы учитывали ситуацию, что в первой игре мы проиграли. Понятно, что футболисты опытные, они тоже прекрасно понимали, что приезжать из серии с 0-2 – это крайне трудная ситуация. И поэтому сегодня это сыграло большую роль, то, что футболисты все-таки в душе понимали, что права на ошибку не имеют. И также, наверное, свою роль еще сыграл, что сегодня у нас добавились и игроки, которые вчера не играли или мало играли. То есть мы имели возможность чуть-чуть немножко, может быть, расшириться по составу, содействовать большее количество игроков, тем самым стараться поддерживать какой-то высокий темп для того, чтобы и прессинговать, и играть в обороне. Вот поэтому, конечно, очень сложная игра, но еще раз хочу сказать, нас подстегивало, нас давило то, что мы понимали прекрасно, что у нас есть результат первой игры, который уже определяет и наше поведение на поле, и самоотдачу, и желание. И, конечно, очень сегодня очень надежно Сопев в определенные моменты выручил вратарь, тоже очень важную роль сыграл. Были моменты, когда он поддержал вот этот настрой игроков. Поэтому, конечно, крайне тяжелая, трудная игра и победа, потому что здесь всегда играть очень сложно, болельщики действительно очень сильно игроков поддерживают, всегда эмоциональный фон очень, очень сильный, футболисты соперника, ну, я знаю, хорошо отдают все силы, воодушевлены, и поэтому здесь всегда крайне сложно играть. Поэтому вдвойне важно, что мы все-таки сумели это волнение преодолеть и постараться сыграть грамотно, чтобы игру выиграть. Спасибо. Евгений Алексеевич, пожалуйста. Задора, желание, самоотдача. Сегодня нам было не отнимать, но иногда этого бывает мало. Нужно еще использовать и свое мастерство, чего, считаю, нам сегодня не хватило. Как раз вот соперник им воспользовался. Ну и великолепно сыграл, конечно, вратарь. Мы бились до последних секунд, вы видели. И вашего желания нам тоже сегодня, видимо, не то что не хватило, а не помогло. Но тем не менее, серия продолжается. Сегодня в своей команде вообще некого. Не могу сказать какие-то слова, что не было желающих, страждущих, все бились. Я думаю, это будет продолжаться еще. И ждем вас в Москве как можно больше. Это нам очень поможет. Соперника с победой. Спасибо. До новых встреч. Вопросы будут?